Они приехали, чтобы победить. Турнир памяти Спартака Черноусова собрал десятки спортсменов из Ельца, Липецка и Лебедяни. Для кого-то это дебютные, для кого-то очередные выступления. Есть люди, с которыми встречался 2-3 раза. И просто ребята, с которых я знаю, и хотелось бы с ними сегодня побороться. Но все равно, какой соперник бы ни был, все равно надо относиться к уважению. Вне ринга вы друзья, в ринге вы соперники. Ребята все собрались достойные, конкуренция на высоком уровне. Будем продвигаться. Спортивный клуб «Спарта» впервые организовал соревнования регионального уровня. К нему подготовился и тренерский состав, и школьные спортсмены. Для них это хорошая возможность почувствовать соперника и проверить свои силы. Бокс – это, прежде всего, развитие личности. Даже те ребята вот из моего личного опыта, которые не достигали больших результатов в спорте, мы сейчас с ними общаемся, служат они в армии, где-то работают. Прежде всего, это, конечно, трудолюбие, дисциплина. Характер формируется у боксера, и в жизни уже легче идти, потому что спорт закалил, уже оступился, идешь дальше. Упал, в боксе можно упасть, поднимаешься, идешь дальше. Но не боксом единым. В гимназии подготовили для участников соревнований подарок – экскурсию в музей имени Спартака Черноусова. Елецкий герой погиб при выполнении военного долга в одну из чеченских кампаний, за что посмертно стал кавалером Ордена Мужества. В родной гимназии историю его подвига знает каждый первоклашка. Учителя связывают его поступки с любовью к родине и тягой к спорту. Спартак был замечательным человеком, настоящим гражданином и патриотом. И он любил бокс. В нашей гимназии всегда была эта секция, и он ходил заниматься. Может быть, в этом и в том, что он стал таким цельным человеком, помог, конечно, и спорт, занятие боксом. Личность у Спартака заинтриговала. Он великий человек, о нем стоит говорить и быть похожим на него. Это был очень храбрый человек. Он пожертвовал собой, чтобы спасти своих товарищей. Ходил на бокс, это было его то же самое хобби. Также для участников турнира подготовили серию мастер-классов. Именитые спортсмены региона поделились профессиональными секретами с начинающими спортсменами. Анна Голембовская, Екатерина Полякова, Николай Седых, Елец ТВ, Липецкое время.